Сегодня мы в очередной раз отправимся охотиться на паранормальных существ в GTA 5, но перед этим давайте сделаем себе защиту от монстров. Чтобы ее сделать, нужно всего лишь поставить лайк под этим роликом за 3 секунды. Посмотрим, успеешь ли ты. Поехали! С возвращением в GTA 5, друзья, с вами, как всегда, я, Гост, и мы продолжаем охотиться на различных паранормальных существ в GTA 5. И сегодня мы отправимся в дремучие леса Лос-Сантоса, где прямо сейчас, как говорят люди, завелось какое-то новое страшное чудовище, которое убивает людей, которым не повезло заблудиться в этих дремучих лесах. Я думаю, сегодня будет очень интересно, но перед тем, как мы отправимся, не забудьте проверить, поставили ли вы лайк, потому что мне будет очень приятно, а также вы сделаете себе защиту от монстров. И поверьте, если под этим роликом стоит лайк, то монстры вас не тронут. Конечно же, не забывайте также подписываться на канал, чтобы вступить в семью призраков, и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть все ролики самым-самым первым. Вот, кстати, ребята, еще раз касательно подписки, обязательно не забывайте подписываться, это очень важно, потому что многие из вас смотрят вообще все ролики, но почему-то до сих пор не подписаны. Так что, если ты, дружище, не подписан, проверь и подпишись, ведь видосы здесь выходят каждый день, и они очень интересные. Я стараюсь, ребята, для вас их снимать постоянно, вообще без каких-либо пропусков, ну, только если не заболел там сильно, например. Короче, ребята, каждый день специально для вас работаю, проделываю колоссальную работу. Надеюсь, что это вам нравится. Поэтому не забывайте обязательно подписаться. Ну что ж, всем, как всегда, приятного аппетита. Перед тем, как мы, ребята, с вами уже попали в такое страшное место, да, приготовьте себе обязательно чаечек, кофеечек, чтобы он вас согревал прямо сейчас этой страшной жуткой ночью. Наготовьте там бутербродов, каких-нибудь печенюшек. Я вот сейчас специально, ребята, сижу и снимаю этот видосик, так знаете, в темноте в такой, чтобы было достаточно жутковато. Люблю, когда происходит полное погружение. Те из вас, кто уже смог догадаться, куда мы едем, настоящие охотники на паранормальное. Ведь в Лос-Сантосе есть один очень страшный лес, который я как раз-таки называю дремучим. Находится он вот в этой части. Честно говоря, я там встречал огромное количество различных существ, начиная от опаснейших йети, заканчивая даже слендерменом. Кого я там еще встречал? А, точно, эй, мужик, остановись на минуту, там тоже был. Короче, это, ребят, просто безумно опасное место. И каждый раз, когда мы туда приезжаем, мы находим какое-либо существо. И сегодняшний раз, по всей видимости, не исключение. Ах да, мы тут еще с вами скромника, я помню, находили, когда он вырвался из лаборатории. Ох, что же тогда было? Просто капец. И что будет сегодня? Мне даже и представить, ребята, тяжело, потому что здесь постоянно появляется что-то новое. Но надеюсь, в очередной раз мы с вами сможем одержать победу над этим паранормальным существом. И снова эти опасные узкие дорожки. Вы просто посмотрите, ребята, на эту местность. Любой опасный монстр может сидеть прямо сейчас сверху над нами и следить, выжидая подходящего момента, чтобы спрыгнуть на нас и попросту атаковать, господи. Это, ребята, я думаю, вы поняли, кто. Эй, мужик, остановись на минуту, но, как я говорил, он здесь обитает, и достаточно часто я встречаю его именно в этом лесу. Ну, в целом, эй, мужик, остановись на минуту, если вы на него не нападаете, он, знаете, такой очень безобидный. Меня, знаете, что, ребята, очень сейчас сильно смущает, это то, что у меня появилась метка на карте. Я, по всей видимости, правильно подъехал. О, да, ребята, это 100% то, что нас интересует. Так, я, кажется, знаю, что это за место. Давайте фары на всякий случай выключим, чтобы меня не заметили. Ну, по-моему, ребята, я понял, что это такое. Это хижина в лесу, и в ней живет маньяк. Это 100%, ребята, я знаю это место. Вот стул, здесь стоит могила. Господи, не говорите мне, что я сюда приехал ради маньяка. Это, конечно, опасный монстр. Ну, как, просто это опасное существо, но... Чё, блин? Такого наговорили, говорили, что там прям... Ой, чё, капец, что происходит вообще? Да, ребята, это хижина маньяка. Я знаю это место. И сейчас тут должен быть маньяк где-то. Внимательно смотрим, потому что он в любой момент может на нас напасть. Ох, ребята, если вы не видели эту хижину, то я вам сейчас все покажу. Устроим такой рум-тур хижины маньяка. Тут есть подвал вот такой. А вот он! Лови нафиг, блин! Сумасшедший! Да, он тут пару человек раздел. Офигеть. Получается, мы приехали сюда ради этого? Ах, скучное задание. Ладно, братишка, что у тебя там в карманах? Древнее зло. С ним не справиться обычному смертному. Болото... Что это? Пирс? Болото Пирс. Приходи один. Сыграем в игру? Что? Погодите, что? Я не понял, это что за фигня, ребят?
Болото Пирс, приходи один. Так, Болото Пирс, что это за загадка такая вообще? Я не понял, я какое-то продолжение этого квеста нашел, что ли? По всей видимости, да, ребят. Так, Болото Пирс. Есть здесь пирсы, я знаю. Так, болото где? Болото здесь. Ребят, Болото Пирс. Вот это место, да ну нафиг, ребята, продолжение квеста. Вот это я понимаю, блин. У меня прямо сейчас просто, ребят, мурашки по коже побежали, если честно. Так, ладно, быстрее прыгаем в гелик и просто валим, ребята, туда, на Болото Пирс. Что там такое я должен отыскать? Офигеть. Так, давай, поехали просто вперед, ребята. 4,5 километра. Давайте перед тем, ребята, как я туда приеду, вот прямо сейчас вы смотрите этот ролик, ставьте на паузу и пишите в комментариях, что там нас ждет на болоте и на пирсе. Даже если вы не отгадаете, просто пишите, интересно узнать, ребята, ваши догадки, что там может быть. Я вот сейчас, давайте я скажу свою догадку. Мне кажется, что мы там встретим либо какого-то, я не знаю, NPC, с которым мы поговорим, да, который оставил эту записку, либо, возможно, ребята, мы там встретим с вами какого-то страшного монстра. Вот, как бы у меня пару догадок, обычно вот так вот эти квесты у нас проходят. Оу, тихо, дом, кстати, Железного Человека, посмотрите, как раз там, да. Вот, я думаю, что там либо будет какой-то NPC, с которым мы пообщаемся, либо реально какой-то монстр. И вот как считаете вы, напишите в комментариях, потому что это, ребята, реально очень интересно и безумно жутко. Вы, кстати, заметили, да, что вся записка была в крови? Я не знаю, чья это кровь, но меня это сильно так насторожило, потому что человек, который написал эту записку, он, по всей видимости, погиб. Потому что я думаю, что это была, конечно же, его кровь. Ну что ж, мы с вами приехали на пирс. Вот он, какой-то здесь квадроцикл стоит. Так, давайте высаживаться. Так, я надеюсь, гелик здесь не осядет у нас в этом болоте. Ух, блин, как это интересно сейчас. Так, давайте пробежим, ребята, и осмотримся. У нас здесь с вами какие-то коробки. Квадроцикл. Так, что еще? Лодка. Так, вот здесь пирс еще. Так, все, я ничего не вижу. Ау, блин! Не-не-не, залезь нафиг обратно. Вдруг тут какое-нибудь существо водное, блин, какой-нибудь водный монстр нафиг. Я то не полезу в воду, ребят. Не-не, все, хватит. Это точно не про меня. Я воду вообще ненавижу. Я реально боюсь воду очень сильно. Ну вот в реальной жизни я, тем более ночью, блин, там реально что-нибудь страшное существо может быть. Фу, нет, я точно туда не залезу, ребят. Так, на крышу можно? ГГ-лестница. Да, я понял. Так где, получается, должен что-то отыскать? Я пока что, ребята, совсем не понял. Я смотрел уже здесь все, в бочках ничего. Остается последнее место, это запрыгнуть на лодку. Так, давай. Оу! Получилось на крышу, кстати, запрыгнуть. Не знал, что получится. На крыше пусто. Так, ладно, я понял, хорошо. Походу, надо в лодку, мне кажется. О, да, ребят! Записка! Так, берем. Угадаешь, сильным станешь. Проиграешь, жизнь свою ты потеряешь. Интересно. Так, ладно, хорошо. Он в доме ведьмином живет. Он цветом черный, но не кот. Тяжело читать, ребята, за кровью. Он не ученый, но умен. Не ступа, но летает он. И говорит он даже. Кто это, кто подскажет? Чё? Это типа загадка была? Я не понял. Это, походу, загадка. Так, еще раз, погодите. Угадаешь, сильным станешь, проиграешь, жизнь свою отдашь. Я так понял, что если я сейчас неправильно отвечаю на эту загадку, то все, мне ГГ просто. Так, ладно. Он в доме ведьмином живет, он цветом черный, но не кот. Он не ученый, но умен, не ступа, но летает он. И говорит он даже, кто-то, кто подскажет. Так, летает и говорит. Это какое-то летающее животное, которое говорит. Я так полагаю, что это, скорее всего, попугай, типа? Нет, погоди, черный ведь, это не попугай, 100%. Попугаи черными не бывают. Ну, хотя, может, и бывают, но это как-то не странно для попугая вообще. Так, летает, говорит, ну, похоже на попугая, но черный. Понял, ребята, я понял. Это ворон. Тихо. Ребят, я походу отгадал. Что с экраном? Почему затемнение идет какое-то? Что будет дальше? О, блин! Ребята, мы с вами превратились в бабку Гренни. Что вообще? Мы отгадали загадку и получили, видимо, эту силу, про которую говорилось в этой загадке. Офигеть, ребята. Это как в последнем ролике, помните, где мы с вами превратились в Момо, когда тоже прошли этот квест с загадками. Офигеть, блин, получилось. Мы с вами разблокировали просто бабку Гренни. Она вообще просто гигантская, вы посмотрите на нее. Это ж реально, это ж необычная бабка Гренни. Я даже не могу нормально на нее навестись. Она огромных размеров, она, наверное, с многоэтажки, который в центре города.
просто гигант какой-то. Там что-то военные пытаются вроде как на меня нападать, но мне кажется, им вообще ничего не светит. Ну посмотрите, танк просто мизерный. Ну нафиг, блин. Я ничего не понимаю, что происходит. Но мы очень большие. Это реально круто, ребята. О, как мы прыгать можем. Но, блин, получи. Вот это мощь, ребята. Блин, очень интересный квест получился. Я, ребята, надеюсь, что этот квест вам понравился. Я достаточно сильно для вас постарался вообще все это пройти. Было безумно сложно, блин, реально, говорю, безумно сложно, чтобы это все понять. Я не знаю, там отгадывались загадки вместе со мной. А если да, и написать в комментариях свой ответ, вы просто красавчик просто, если у вас получилось это сделать. Потому что я так, знаете, ну, не сказать, что у меня прямо какие-то затруднения большие вызвало, но пришлось подумать. Я реально вам говорю, ребят, пришлось подумать, посидеть, поразгадывать это все дело. Прикольно. Реально офигенно. Теперь просто бабка Гренни у нас разблокирована. На, получи, блин. У нас, кстати, есть способности еще. Вот они все. Офигеть. Jump to target можно сделать. Тогда посмотрим, что это за способка. Как неудобно. Просто я только ее руки вижу. Чтобы понимали, камера вообще очень высоко сделана. Но я все равно ничего не вижу, потому что это очень высоко. Это прям максимально высоко. Так, jump. Давай вот так еще раз. Я хочу как вигли способка пострелять. Все? Что, блин? А если вот так? О, да-да-да, вот, смотри, так мы просто можем прыгать на противников. Они мне там что-то пытаются вроде настрелять из автоматов, но у них вообще ничего не получается, ребята. Я вообще пули не чувствую, выстрелы вообще никакие я не чувствую. Мне вообще наплевать, если честно. Я вот сейчас даже специально сделал 5 звезд военного розыска, чтобы, ребята, доказать вам, что мне вообще пофиг на то, что за мной сейчас летает самолет, вертолет, и я спокойно абсолютно хожу по городу и могу вот все уничтожать на своем пути. Слушайте, записка не соврала, ребят. Мы с вами действительно получили безумную силу, с которой я даже не знаю, как совладать. Она просто способна уничтожить весь Лос-Сантос. Ну, было бы реально интересно попробовать сразиться вот против такой вот гигантской бабки Гренни, знаете, там, за какого-нибудь персонажа. Я даже не знаю, кто может быть против нее, вот реально. Если брать кого-то из добрых, я имею в виду, да, что вот такой вот огромный монстр напал на город, и кто его остановит, реально? Может, Мстители, либо что-нибудь такое, как считаете, ребята? Вы обязательно пишите в комментариях, что хотите увидеть на канале, какие ролики вам интересны и что вы хотите посмотреть в ближайшее время. Обязательно, ребята, не забывайте лайкать этот видео, если хотите увидеть продолжение, где мы также с вами будем охотиться на паранормальных существ. Вы прям обязательно подписывайтесь на канал, потому что ролики каждый день вам будет очень интересно. И, конечно же, колокольчик, про него, ребята, тоже не забываем. Обязательно кликаем, чтобы все ролики смотреть и не пропускать. Еще раз хочу взглянуть на эту бабку Гренни, просто как она выглядит. Что за жизнь? Вообще, капец, она просто гигантская, вы посмотрите на это, как это выглядит, просто огромнейшая бабка Гренни. Вот там что-то вертик хочет, иди отсюда, вертик, на, получит час. Все, просто сбили вертик, офигеть, блин, ребята, я просто не понимаю, что происходит. Капец, ладно, друзья, я желаю вам всем удачи и, конечно же, до скорых встреч, пока.